Привет, ребят, девчат. Маленький обзорчик на английском видео я буду делать, называться Taste, из рубрики Taste of Cincinnati. То есть это называется штука Schnecken. Schnecken. Местный контора Baskin. Даже недалеко от офиса, кстати, да, точно. Короче, это такой немецкий вариант сладкого хлеба, что ли. Ну, обалденная вещь. Пропитана каким-то соусом сладким, воздушный и с изюмом. Обалденная вещь. В Германии бывал, но такого там не пробовал. По-моему, это все-таки такой... Потому что немцев здесь много в городе, и они вот устроили себе такой переделанную немецкую кухню в американизм. Обалденная вещь. Это обычно Лесина мама покупает нам на Рождество. Вкуснятина. Вам всего наилучшего. До свидания.